Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале. Сегодня продолжаю серию видео «Что делать, чтобы ваше время истекло попозже?». И в этом видео я расскажу еще некоторые особенности, которые нужны вашей кардиореспираторной системе, наиболее интенсивно работающей в вашем организме, чтобы кардиологический ритм для вас был минимальный. В первом видео вы узнали, что не только кардиолог отвечает за ваше здоровье и за вашу жизнь. Правда, если кардиолог имеет специализацию, он кардиолог-психолог, да, вы в большей безопасности. Если он кардиолог-диетолог, степень безопасности увеличивается. Если он кардиолог-гастроэнтеролог, великолепно. Правда, я таких специализаций, честно говоря, не слышал. Поэтому вам скорее нужны 4 разных доктора, которые так или иначе будут помогать вам сохранять ваше здоровье. А в этом видео я расскажу о детских шалостях. О тех проблемах, которые тянутся с самого детства. А могут сыграть злую шутку с вами в более зрелом возрасте. И что это за проблемы? Вы узнаете прямо сейчас. Некоторые считают, что детские болезни остаются в прошлом, как только вы из рук педиатра перешли к терапевту либо к семейному врачу. Это далеко не так. Во-первых, детскими инфекциями можно переболеть в любом возрасте, если вы ранее к ним иммунитет не приобрели. А некоторые детские болезни, которые встречаться могут в любом возрасте, могут сыграть с вами злую шутку в зрелом возрасте. И вы даже об этом можете не подозревать. И у вашего кардиолога есть повод сказать вам: ваше время истекло, наверное, потому что в детстве вы плохо лечили ринит, гайморит, этмоидит, фронтит, синусит, назофарингит, ларингит, то есть болезни лор-органов. Возможно, лор-врач погорячился и вместо того, чтобы заниматься вашей иммунной системой, удалил вам гланды, аденоиды и открыл ворота для инфекции в дыхательную систему. Но патология начальных отделов органов дыхания, если вы не знаете, как правильно дышать, может вам, мягко выражаясь, жестко навредить. Как минимум, появляется храп. И у вас есть риск, повышается риск умереть в ночное время, когда врач-кардиолог за вами уже не наблюдает. Такие видео есть на моем канале. Как не умереть ночью от еды. Как правильно пить воду ночью, чтобы поддерживать вязкость крови на достаточно низком уровне. И не перегружать кардиореспираторную систему в ночное время, когда вы не можете отслеживать свой уровень здоровья. Эти видео можете посмотреть чуть позже. Но как только вы плохо лечили, лечат как? Лечат, тормозят те проявления, которые есть. Есть насморк, нужно уменьшить насморк. Есть боль в горле, нужно убить боль в горле, а не заниматься иммунной системой. Увеличены аденоиды либо гланды. Часть лимфоидной системы показывает, что грязно в организме. Поэтому идет гипертрофия лимфоидной системы для того, чтобы бороться с большим количеством токсинов, которые в организме есть. Убрать защитную реакцию вашего организма – это здорово. Но при этом открываются ворота в ваш организм любым бактериям, вирусам, частицам пыли, пыльце, гари, копоти, химическим веществам. И вам уже из кабинета лор-врача не в коридор нужно выходить, а открывать потайную дверь в кабинет врача-пульмонолога. Потому как теперь в органах дыхания все что угодно. Потому как правильное очищение воздуха, согревание и увлажнение в верхних дыхательных путях у вас уже отсутствует. И вам нужно выгребать авгиевые конюшни, выгребать грязь из органов дыхания. Это значительно сложнее. Потому как кислород поступает в кровь, в альвеолах. А чтобы в альвеолах был порядок, и существуют начальные отделы органов дыхания, где происходит подготовка воздуха, его очищение, согревание и увлажнение. Для того, чтобы он в лучшем виде попал в альвеолы, тут произошел газообмен, кислород пошел в организм, углекислый газ попал в просвет альвеолы, и воздух ушел, освободив место для новых порций воздуха. Ведь вам нужен кислород. Кислородное голодание самое короткое.
И если есть вот такая даже давнишняя патология органов дыхания, кардиореспираторная система, в которой органы дыхания входят в полном объеме, может угрожать вашей жизни. Поэтому нужно чистить органы дыхания или очищать органы дыхания. Но очистить легкие — это не рубашку постирать. Нужно весь гардероб менять. Я имею в виду, нужно заниматься вашим организмом. Потому как органам дыхания в сегодняшней ситуации может навредить плохое пищеварение, которое с возрастом обычно только ухудшается. И продукты неполного переваривания пищи, попадая стоком крови к печени, если она их отсекла, если она их каким-то образом нейтрализовала, прекрасно. Если нет, они попадают к органам дыхания. И связка проблем органов дыхания и проблем пищеварительной системы, она есть. Если вы откроете китайскую народную медицину, то меридиан легких, святая святых, ваш хозяин энергии, связан с меридианом толстого кишечника. Иными словами, с самым грязным местом в организме. И китайская медицина нам показывает, что если у вас пищеварительная система работает хорошо, токсины там образуются в минимальных количествах, то и ваш хозяин энергии работает прекрасно. Поэтому лечить заболевания органов дыхания, помогать самоочищаться можно и нужно. Но это будет бесконечный процесс, пока вы не наладите себе правильное переваривание пищи, правильное пищеварение, не улучшите работу поджелудочной железы, печени. Только после этого имеет смысл заниматься вашей дыхательной системой. А до этого это мартышкин труд или сизифов труд. Бесполезный и бесконечный. Но пока вы этого не сделаете, риск для вашей кардиореспираторной системы возрастает. Не говоря о том, что из детства или из подросткового периода вы можете еще несколько проблем принести, чтобы ухудшить состояние своей кардиореспираторной системы и повысить кардиологический риск. И многие, к сожалению, не видят в начале прямой связи, хотя она появляется легко и просто. И в какой кабинет еще нужно перейти некоторым для того, чтобы снизить кардиологический риск вовремя? Вы узнаете прямо сейчас. Чтобы, возможно, позже услышать от кардиолога заключение: ваше время истекло, наверное, потому что вы вовремя не обратились в кабинет к врачу-наркологу, зайти некоторым необходимо. У некоторых проблема тянется с подросткового периода, я имею в виду курение. Каждая выкуренная сигарета увеличивает вязкость крови примерно на 1 час. Если вы курите чаще, у вас кровь постоянно густая. И толерантность физической нагрузки у вас резко снижена. Иными словами, способность выполнять физическую нагрузку после выкуренной сигареты в течение часа у вас резко снижается. Да, потом кровь восстанавливается, если организм относительно здоров. Он восстановит вязкость крови, и сердцу будет легче дышать. Ваша кардиореспираторная система вздохнет с облегчением. Но если вы курите реже, чем 1 раз в час. Если вы курите, выкуриваете по сигарете каждый час, у вас кровь постоянно густая и постоянно высокий кардиологический риск. И для того, чтобы проснуться утром, нужно бросить курить за 1 час до сна. Иными словами, чтобы в ночное время, хотя бы в это время, когда вы себя не контролируете и не можете позвонить кардиологу, спросить: а что у меня, а почему со мной не так? Хотя бы, чтобы в ночное время вы были в безопасности. Если вы курите днем, кардиологический риск растет. Одни мои знакомые, семья бросила курить после того, как муж оказался в инфарктном отделении. Жена бросила за компанию, хотя сердце болело. Вопрос: а что мешало им это сделать раньше? Ну, видео, как бросить курить, на моем канале есть. Их несколько. Вы можете посмотреть, чтобы у вас было больше информации в этом вопросе. А есть еще одна проблема, которую можно одновременно решить у врача-нарколога, а возможно и к психологу обратиться, вернуться к предыдущему видео. Я имею в виду злоупотребление алкогольными напитками. Парадокс состоит в том, что употребление алкогольных напитков, если вы это делаете правильно, улучшает пищеварение, улучшает аппетит, улучшает переваривание пищи,
предупреждает развитие атеросклероза сосудов, иными словами, улучшает качество вашей жизни. И в развитых странах этим пользуются правильно. Если вы злоупотребляете алкогольными напитками, да, пищеварение вы улучшите, но печень свою вы посадите. Сердце будет работать, в сердце будет развиваться алкогольная дистрофия. Точно такая же дистрофия в тканях мозга. И вы этой вредной уже привычкой себе начинаете вредить. Поэтому, если вы правильно относитесь к алкогольным напиткам, вы кардиологический риск снижаете. Если вы относитесь неправильно, употребление алкогольных напитков, злоупотребление ими, приводит к тому, что у вас увеличивается вязкость крови. Повышается артериальное давление, которое и показывает, что кровь более густая. Повышается венозное давление. Появляется множество проблем, и кардиологический риск возрастает несколько раз. И очень важно, есть на моем канале такие видео. Если вы сегодня еще не можете бросить эту привычку, хотя бы правильно проводите каждое застолье. Видео, как правильно провести, как правильно подготовиться к застолью, есть такие. Что делать на следующий день, как восстановить свой организм, как очистить свой организм на следующий день после выпитого и съеденного накануне в неумеренном количестве. Такие видео есть. Посмотрите. Там достаточно много интересной и нужной информации, чтобы правильно сопровождать этот процесс. Но это не отменяет вашей встречи с врачом-наркологом. Потому как риск, даже если вы делаете правильно, риск все равно сохраняется. Он снижается, но риск все равно есть. И здоровьем своим вы все равно рискуете. А вот что еще вам нужно сделать для того, чтобы жить лучше и дольше, вы узнаете в следующем видео. Чтобы вас не утомлять, я не буду писать длинные видео. Поэтому на этой позитивной ноте, возможно позитивной, встреча с врачом-наркологом для вас все-таки позитивное событие по конечному результату. Не по факту. Не самый хороший кабинет, в который можно заходить. Я имею в виду по названию. Но по результату уменьшение кардиологического риска и продление вашей жизни. Все-таки это позитивный результат. Так вот, на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчикам моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, стоит ли поставить лайк на это видео, потому что вы узнали информацию, которая скрыта от вас. Вы у кардиолога видите только вершину айсберга. А весь айсберг скрыт под водой. И частично вы уже знаете те опасности, которые угрожают вам. Как бы незаметно на первый взгляд. Но они реально есть. Они реально присутствуют. И врач-кардиолог один с ними может полноценно не справиться. Поэтому, если вы считаете, что мы получили новую информацию, не забудьте поставить лайк на это видео. Не забудьте отправить своим друзьям. Возможно, у них тоже есть скрытые возможности его, их организма для того, чтобы жить лучше и дольше. Если вы подписчик канала, следующее видео придет вам в почту. Если не подписчик, одним кликом вы можете подписаться. И тогда нужная и полезная вам информация придет вам в почту своевременно. И вам легче будет просмотреть другие 700 видео, более чем 700 видео на этом моем канале. Для того, чтобы получать информацию и жить лучше и дольше. До новых встреч на моем канале. И надеюсь, что услышать от вашего кардиолога ваше время истекло. Наверное, потому что вы не подписались на канал доктора Скачко. Вы не услышите. До новых встреч на моем канале.